наша компания заботится о сотрудниках. Приняли решение, что обеспечить нашим сотрудникам возможность проголосовать досрочно за внесение поправок в Конституцию. Мы организовали таким образом, чтобы даже внутри предприятия это голосование происходило безопасно, с соблюдением социальной дистанции. Здесь у нас сейчас разработан график проведения голосования. То есть каждый начальник производственной службы сам отслеживает свою производственную службу и с интервалом 3 минуты направляет сотрудника для проведения голосования. На предприятии у нас стараются всегда организовывать на лучшем уровне. Так что суеты, паники нету. Нареканий у меня и замечаний тоже нет. Меньше телодвижений, что не надо никуда ехать. Все здесь. Не отвлекся немного от рабочего процесса. Подошел, проголосовал, пошел работать дальше.